Репортаж ведется с Новообуховской трассы, киевское направление. Вот так здесь машинки ездят, ездят, природа и вот такое. Путин хуй лопер и может добро. Жалко только, что решеточку вместо и краткой поставили. Кто это такой неграмотный? Я даже не поленился остановиться, чтобы снять это. Ну все, надо ехать дальше. Потом-то мы так.